Шедевр. Триумф. В фильме представлена галерея потрясающих образов. В этом сила его воздействия. «Комиссар» Александра Аскольдова – это фильм, который гласность забыла. Уже почти три месяца с большим числом зрителей в Мюнхене идет фильм «Комиссар» Аскольдова и имеет в ФРГ необычайный успех. Виднейшие газеты называют «Комиссар» шедевром, лучшим фильмом, вышедшим на экраны в 1988 году. «Шпигель» пишет о незабываемых сценах картины. «Абенд Цайтунг Мюнхен» отметила ленту звездой 1988 года. Уже сегодня «Комиссар» считается в ФРГ самым успешным советским фильмом более чем за 30 последних лет. Может быть, самый табуированный фильм в советской истории. Дерзкий дебют. Манифест человечности и терпимости. Очень важный фильм, который нельзя не посмотреть. Так осторожно и вместе с тем так отчетливо еще ни один фильм не развенчивал войну. Без сомнения, лучший фильм, вышедший на экраны в 1988 году. Шедевр. Фильм полный любви, который не забудется очень долго, может быть, никогда. Великолепен этот фильм. Несомненно, вершина мастерства. Аскольдову удался большой и страстный памфлет против насилия и войны. Аскольдову удалась работа, которая со времен Эйзенштейна и Пудовкина не знает себе равных в советском кинематографе. Ее безупречный стиль абсолютно четок, ее нравственная чистота вычитывается в каждом кадре. История мирового кино обогатилась шедевром, могучим фильмом, заряженным эмоциями, как землетрясение, экспрессивным и отчаянно нежным одновременно. Своим выдающимся дебютным фильмом Аскольдов продолжил славные традиции великого советского кинематографа. Кадры, которые невозможно забыть. Данные американских газет. Фильм «Комиссар» находится уже 9 недель на вершине топ-рейтинга в американском прокате.